Всем привет! Наконец-таки я получил свой выигрыш от сайта Firebox. В этом конкурсе, которым я выиграл, надо было всего лишь сделать видеообзор о каких-нибудь кроссовках. На минуту его надо было снять. Вот так вот. Мы там сняли с Катюхой. Если кто не видел и хочет посмотреть, смотрите у нас на нашем канале. Ставьте лайки. На этом сайте Firebox очень много разной одежды, разных кроссовок, аксессуаров, всего спортивного очень много. Я советую заходить, просматривать всякие кроссовочки разные. Там дешевые очень цены, новые коллекции постоянно. А ссылку на этот канал вы можете получить в описании. Теперь приступим к вскрытию. Это такой момент торжественный. Люблю открывать новенькие посылочки какие-нибудь. Особенно новые кроссовочки. Чуть ногу себе не садил. Боже, коробочка такая красивая. Фирменный пакетик от Firebox. Постоянно. Вот сами кроссовочки сейчас. Квитанции. Давайте вы первые на них посмотрите. Упс. Это красота. Я забыл, кстати, как модель называется. Не подскажешь? Ну ладно. Вроде Nike Presto. А, вот прям написано. Я что-то тупанул. Вот, я заказал новую модель. Ну, вообще новую коллекцию Nike Presto. Они такие красивые. Я даже не знаю, что о них сказать, потому что я вообще их первый раз вижу. Но мне нравится, что просто цвет. Бирюзовый, мой любимый самый цвет. Здесь мне нравится еще вот Nike, потому что прям все видят. Еще вот эта штука резиновая. Так вообще они служат для бега, но я покупал, чтобы просто в них гулять, для красоты. Здесь вообще она все продувается, она, видите, какая. Там сеточка разная. Написано М-ка. Размер М, хотя я не знаю почему. У меня 44, вот так вот. Короче, советую всем заходить на этот сайт, покупать кроссовки, разные аксессуары и одежду. Всем пока!